Smart TV приставка Hikey One Max. Давайте попробуем посмотреть, как на ней работает программа для потокового телевидения. Называется она SPB TV Россия. Мы предварительно установили эту программу. Ссылочка будет в описании. Программа доступна в Play Market, что является, естественно, плюсом. Не надо думать над тем, как ее установить, разбираться. Зашли в Play Market, набрали SPB TV, увидели программку и установили. Так, вот видите, я сейчас использую мышку. Недостатком этой программы, вероятно, является то, что при управлении, вот видите, я так навел, подсветилось, да? А вот если это делать с помощью пульта, я сейчас взял в руки пульт, и мы не видим никаких движений. Чтобы какой-то движеняк появился, нужно вот так вот двигать мышкой. Видите, никакой подсветки нет. То есть программа не адаптирована под использование с Android TV боксами. Вот такой вот недостаток у этой программы есть. Может быть, когда-нибудь, если вы будете писать в комментариях к этой программе свои пожелания, разработчики этой программы учтут этот момент и наладят. Ну а пока предлагаю посмотреть, как эта программа работает. Это будет первый канал. Идет сериал какой-то. Реклама. Есть звук. Но я звук уберу. Для того, чтобы нас за нарушение авторских прав не наказывали. Сейчас реклама пройдет. И мы сможем посмотреть. Ну, хотя, в принципе, и так все ясно. Это был первый канал. Давайте посмотрим НТВ. Место встречи. Тут нужно учитывать, что наш телевизор, это сейчас лица неразборчивые, не потому что снимаем плохо, а потому что детям лица замылили. Вот видите, разрешение может быть не совсем корректное, поэтому картиночка не идеальная. Если у вас будет телевизор, допустим, Full HD, не как наш, возможно, картинка будет поинтереснее. Смотрите, здесь вот куча всяких каналов, а часть каналов помечена как subscription. Это по подписке, то есть эти каналы мы посмотреть не можем, но каналов, которые можно посмотреть, здесь достаточно много. В принципе, бесплатно вы можете наслаждаться телевидением, не имея доступа к эфирному телевидению. Каналов много. Смотрите, как бы на здоровье. Вот. Ну, наверное, про SPB TV все здесь. Установите, посмотрите, есть меню, есть разные варианты. Бесплатные, платные, TV-гид, подписки. Есть просто просмотр видео. Есть возможность скачивать, сохранять. Разбирайтесь. Удачи. Спасибо за внимание. Будет видео о других программах, о других TV-боксах. Подписывайтесь на наш канал. Задавайте вопросы в комментариях. Переходите по ссылкам в описании на наш сайт, на другие сайты. Надеюсь, будем вам полезны. При подписке обязательно жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, спасибо. Хорошего вам дня.